Добрый вечер, уважаемые граждане. Сегодня мы покажем новую схему ВГТ-генератора. Вот она перед вами. Схема называется СССР. Модернизированная. Итак, что мы имеем? Старую систему, но на входе у нас стоит батарейка 12-вольтовая. Вот она. Вот. Дальше у нас батарейка запитывает инвертор 12 вольт, выход 220. Синус там, как говорится, ток не очень качественный, но тем не менее. Дальше подходит на выпрямитель. То есть выпрямляется это все. А дальше поступает на мотор. Мотор. Вот здесь вот. Мотор. Вот он. То есть мотор составляет, значит, двигатель. 225 ватт. Пишу. 225 ватт мощность максимальная. Здесь вот вал, вот этот вот, вот вал, то есть на валу он соединен, и тут же генератор тока 550 ватт, то есть вот. То есть с выпрямителя идет питание на мотор, который крутит себя, и генератор. Дальше с генератора тока мы выходим на батарейку на 12 вольт. То есть здесь мы подбираем напряжение выпрямительное такое, чтобы у нас на выходе было 14,5 вольт для зарядки батарейки. Дальше идет инвертор. Второй инвертор тоже 12 на 220, такой же самый, как и первый, то есть такой же. И выходит второй инвертор на розетки. Тут две розетки, вот сюда заходит, значит, питание его. И здесь выход его на второй инвертор. Вот. На инверторе есть выход на питание. То есть этот инвертор переделан из ИБП. Источника бесперебойного питания. И он имеет такую функцию, что здесь вот его можно включить в питание. Как только, значит, отсюда поступает с инвертора питание сюда. Как только мы запустили мотор, пошла генерация вот так вот сюда. Пошла генерация, и у нас заработал инвертор. Инвертор, значит, подает у нас 220. Как только у нас стало подавать, здесь идет переключение в этом инверторе. И уже у нас запитка идет не с этой батареи, не с питающей, а с этой батареи. И она тут одновременно подзаряжается. Если здесь что-то не хватает, то здесь включается. То есть вот такую схему завтра будем опробовать. Посмотрим, какие будут результаты. Можете тоже попробовать. То есть эта схема называется СССР модернизирована. Бестопливный генератор тока. Опыты. На этом сегодня заканчиваю. До свидания. Завтра вечером выпущу опять ролик с результатами опыта вот по этой схеме. Кто, как говорится, интересуется, приходите. До свидания. Так, сохраним этот файл. И на этом до свидания.